обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. Ребят, с вами, как всегда, Юра, и сегодня мы будем продолжать играть в игрушку Climb in Racing. Ребячки, это первая часть Hill Climb у нас. И что я вам хочу сказать, ребят, что в прошлой части, ребячки, мы открыли с вами вот такой вот крутой мотоцикл. Давайте, собственно, и начнем, наверное, на нем кататься. Так, все это у нас заблокировано, и все это у нас, ребятки, стоит денег. Давайте будем, наверное, зарабатывать деньги для того, чтобы открыть новую трассу. Ну что ж, ребятки, погнали. Ну что ж, довольно неплохо, я вам хочу сказать. Едет, в принципе, он одинаково, так же, как и джип, наверное, не затюнингованный. Надо для того, чтобы, ребятчики, набирать определенную здесь скорость и определенный рейтинг набирать, чтобы дальше заехать, знаете, и не так часто разбиваться, переворачиваться, нам не нужно постоянно поддерживать тюнинг нашего мотоцикла, в принципе. Так что я считаю, что это все-таки возможно. Так, ребят, у нас уже есть 20 тысяч. Давайте, наверное, подумаем, на что мы эту денежку потратим. Либо мы потратим на то, чтобы открыть новую трассу, либо мы потратим на тюнинг вот этого вот мотоцикла. Ребят, я считаю, что давайте лучше купим новую трассу, а на новой трассе будем уже кататься, собственно, на мотоцикле и потихонечку его будем тюнинговать. Я думаю, довольно будет так неплохо, потому что на старой трассе мне уже попросту надоело здесь ездить. Так что давайте еще немножко здесь покатаемся для того, чтобы набрать определенное количество монет и открыть, собственно, эту трассу. Так, ребятки, а мы нитро тоже можем купить. Да, у нас уже на нитро есть деньги. Так, ну что ж, 25 тысяч, ребят, монет мы с вами собрали. И я думаю, это просто, ребят, замечательно. Так, чуть не перевернулись, но нужно соблюдать эти правила. Так, 28 тысяч, ребят. Я думаю, что это вовсе неплохо для первого моего раза на мотоцикле. До этого мы еще, ребятки, на мотоцикле не ездили. Постоянно ездили на машинах. Так, тихо-тихо-тихо. Так, мостик деревянный надо аккуратненько объезжать. Ну что ж, ребят, довольно неплохо. Мне, в принципе, нравится. Я думал, будет хуже. Я думал, я уже давно разобьюсь. И, в общем, довольно-таки неплохо. Так, ребятки, осталось 20 тысяч нам монеток собрать для того, чтобы все-таки попасть на следующий уровень, чтобы открыть его и не столкнуться ни с какими проблемами. Ну, тут, ребятки, вот видите, вот здесь вот нужно обязательно нитро. Например, я не знаю, что здесь делать. Давайте попробуем, но я не обещаю. А нет, ребятки, видите, вот мы с легкостью выехали, что на машине у нас, в принципе, не получалось. А здесь мы с вами легко преодолели этот. А вот второй, да? А все, бензина у меня, пишет, ребятчики, нету. И, собственно, сюда мы уже не выйдем. Да, все, понятно. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы с вами собрали 35 тысяч монет, и я считаю, что это просто круто. Сейчас мы с вами, давайте, наверное, что мы с вами будем делать? Давайте мы с вами, нет, мы же не будем тюнинговать, ребятки, все, давайте лучше соберем еще 15 тысяч и с легкостью приедем лучше, ребятчики, да, давайте откроем, лучше для уровня нам будут эти денежки. Что ж, ребятки, осталось 10 тысяч нам собрать, реально. Сможем ли мы так быстро собрать их, да? Отлично. Так, тихо-тихо-тихо, давайте газу дадим. Давай-давай-давай-давай, пошел, отлично. Тихо-тихо-тихо, не хватало мне еще здесь разбиться опять, ребят. Опа-опа, отлично-отлично, все, супер. Давай-давай-давай, газу. Ну что ж, неплохо. Довольно-таки неплохо, ребятки. 43 тысячи монет у нас уже есть. Это означает, ребятки, что мы с вами сейчас купим новый уровень и
Осталось, ребятки, 5000 собрать монет. 10 тысяч мы уже собрали, осталось реально 5000. Давай, газу, газу, газу. Бензин-то кончается, ребят, бензин-то не вечный. Надо где-то искать. Через 9 метров будет почему-то. А вот он, все, отлично. Отлично, прям в точку, ребята. Нет, да что ж такое, ребятки, 48 тысяч, я разбился. Давайте, наверное, повторим, чтобы эти 2000 сейчас легко собрать и повторим нашу ситуацию. Так, поехали. Газу, 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 ребята. Поддержите, ребятчики, обязательно поставьте лайк. Если вы еще не подписаны, ребятчики, на мой канал, обязательно подпишитесь. Все, ребятки, мы собрали с вами 50к, смотрите, 50 тысяч у нас есть. Ну давайте по максимуму, ребят, проедем для того, чтобы еще купить не только трассу, но и купить хотя бы какой-то минимальный тюнинг для нашего, скажите мне, для нашего этого мотоцикла вот этого горного. Все, ребятки, 53 штуки у нас есть, 54, отлично, просто супер, вот это мы с вами молодцы. Давай, газу, 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 газу. Тихо. Пошел. Отлично, полный бак, ребят. Так, ребятки, 55 тысяч у нас. Вот это, посмотрите, как это круто. 56. 57. Вот это, ребятки, мы неплохо с вами подзаработали, да? 58 тысяч ровно. Ребят, да, монет мы на этом уровне собрали предостаточно. Сейчас соберем, наверное, и купим какие-то новые шины или новый двигатель. Сейчас посмотрим, что будет доступно за эту цену, ребята. Вау, довольно неплохо, ребята. Круто, круто, вы представляете? Вот это да, вот это классно. Давай, 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 газу, 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 газу. Давай еще, нет, 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 здесь для того, чтобы нам подняться, ребятки. Ай, все, ребяточки, мы с вами абсолютно ничего не смогли сделать. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем. Поехали, поехали, поехали. Так, ну что ж, так, ребятки, мы с вами можем теперь купить уже новый этап. Вот он будет называться... сезон, ребяточки. Здесь смотрите, этот этап называется сезон, ребяточки, по причине того, что здесь у нас и лето, и весна, и зима, и осень. В общем, все, что у нас здесь есть, все, все мы можем сделать. Так, ребятки, давайте затюнингуем наш автомобиль. Я предлагаю купить, ребятки, двигатель и давайте приобретем, наверное, колеса. А, еще мы можем купить амортизаторы, ребят. Ну что ж, довольно-таки неплохо. Поехали. Покатаемся на новом этапе, ребятки. Так, ну что, погнали. Вау, ребята. Вот это да, вот это крутецкая просто трасса. Реально круто. И наш мотоцикл стал ехать в два раза быстрее, считай, потому что мы затюнинговали его довольно-таки неплохо. Давай, давай, давай. Вау, ух, отлично, отлично, отлично. Нет, 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 я не хочу падать. Что это, ребятки? О, это лед, что ли, такое? Какая-то такая вода непонятная, замерзшая, что ли, это осень, наверное, потому что все, ребяточки, здесь падает. Вау, давай, отлично. О, я уже приехал практически куда-то. А куда, ребяточки, я уже совсем забыл. Так, ну что, довольно-таки неплохо, ребятки, мы проехали и получили довольно неплохо мы с вами очков. Давайте с вами повторим, давайте, наверное, купим улучшенную амортизацию и повторим наш заезд. Давай, давай, давай. Вау, ребята, 450 метров, да, я проехал в прошлый раз. Это мой рекорд, да, ребят? Ну, отличненько, бензинчик, потому что я думал, ребятки, что я останусь без него. Thank you.
мяч, ребята. Чуть нам мяч не сделал нам аварию огромную. Вот этот мяч, ребяточки. Ну что ж, о, опять два мяча. Нет, опять они меня сейчас испортят здесь все. Давай, 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 газу, 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 Юра. Нет, нет, стой. Вот так вот, отлично. Я думал уже, ребятки, что я там останусь уже навсегда. Бам! Вот это да, даже сальто, ребятки, мы с вами сделали. Вы это себе можете вообще представить? Да, круто? Довольно-таки неплохо. Вау, тихо, 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 давай газу, 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 газу. Вау, отлично, отлично. Просто супер. Вау, вот это да. Нет. Ух, ребятки, я не упал. Я не упал, хотя головой дотронулся до земли. Ребят, тут так, ребят, наступила глубокая осень уже, если вам видно, да? И мы заехали реально очень далеко и собрали уже нормалёсик так бабок. Вау, болото, болото, болото. А что это? Вау! Ого, меня раздавил лифт, ребята. В следующий раз мы будем более аккуратны. Вот это да. Так, ну что ж, дорогие друзья, довольно неплохо. Мы сегодня поиграли в Hill Climb Racing. Мы зашли с вами уже довольно-таки далеко, без читов. И мы, ребятчики, настоящие молодцы. А, ребята, обязательно поставьте пальчик вверх, если вам не сложно. А также подпишитесь на мой канал, если вы не подписаны. В общем, ребяточки, пока-пока. Обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали!